Здравствуйте, в эфире дежурный по городу. В фокусе нашей программы бездействие коммунальных служб и то, что из этого выходит. Город имеет право знать. Днепровский проезд, дом 5. Вот уже несколько дней жители 10 квартир сидят без какой-либо воды из-за аварии в 46-й квартире, в которую нет доступа. Квартира 46 нас затапливает. Вот, вызвали мы аварийную службу, они перекрыли нам воду. И у нас получается 10 квартир без воды. У нас и маленькие детки, не помыться, не постираться. Ну, сами знаете, уже 8 дней нет воды. Это что-то уже значит. В квартире никого нет. В связи с этим, естественно, мы не можем найти этого человека. Там проживает Труханова Евгения Михайловна. Они не хотят вскрывать. Они все отказываются из-за того, что вроде бы это незаконно. Тогда мы попросили на розыск ее. В розыске нам тоже отказали. И что это? Как дальше быть? Обращались в ОЖИЛ, ЖИЛ-Универсал, к Демину Александру Николаевичу, это зам. Вот. И он ничего абсолютно не помог ни в чем. Потом мы обратились к нашему участковому. Участковый тоже не принял никаких мер, хотя сказал, я поговорю с майором своим, что он ответит на это, но результата никакого нету. Включить сейчас воду невозможно, иначе нас просто всех зальет, и беда. Вот уже на третьем этаже пролил потолок до такой степени, что отключился свет, потому что провода идут по потолку внутри. Значит, если уже вы нам не поможете, значит, я не знаю, ждать взрыва какого-то. Если вы остались один на один со своей коммунальной проблемой, обращайтесь в нашу программу.